Он там интереснее рассказывает. Но по дереву дальше лезет. Тут снова бэх, левое яйцо в сторону. У кровососа кровище хлещет, но он все равно вверх лезет, только еще злее стал. Бэх, кровососу отрывает к черту последнюю причиндалину, но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева кричит напарнику: голову! В голову ему стреляй, придурок! Он меня не насиловать собрался! Да слышь, не смешно, у тебя чувства юмора нет, похоже, мороз какой-то. Серьезно. Посмотри на эту мини-карту в левом верхнем углу. Боже. У меня дичайшая сенса, потом надо будет битвы настроить. Ты знаешь, я что-то прям на хайпе. Оп! Что так жестко? Да наоборот, самый торт. Хоть немного реализма. Ты же понимаешь, что если бы это говно началось, оно примерно вот так вот все было бы. Окей. Это не человек. Это человек? Это не это человек? Даже как-то жалко стало патроны. Ты чего срались там? Лол, это было круто. Это был тот момент, когда Джексон понял, да ему... Все, я привык немного. Теперь они будут получать. Ясно. Я знал. Я говорю, я не буду сейчас это говорить, думаю. Сейчас скажу, сразу какая-нибудь херь вылетит на рандоме. И сразу. Сразу же. Мужчина, вы не представляете, вон там, на той ферме, просто как какая-то... Как спрячешь ствол, будет разговор. Мужчина, вы не представляете, вон там, на той ферме, просто кошмар. Военные проходят... Здорово, дружище! Привет, брат, что скажешь? Ты тоже из спортсменов, да? Ну, привет! Привет. Здорово, дружище! Я устал. Забей, неважно. Стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Я его за спину убрал, ему дело. Вот так вот и... Мудила, я его зря назвал. Зашел. Аж ты шпагат сел. Слышь, может мне в свободу вступить? Она мне всегда импонировала. Намного лучше этого сраного долга. Кому нравится долг, тот в принципе жизни не видел, да? Ну, тут многие говорили, что типа за долг. Ну они глупые просто. Там патроны под СВД есть. Но нужны ли они мне? Вот в чем вопрос. 1000 рублей. Давай. У персонажа не хватает ди... То есть денег не будет, я так понял. Да, ясно. Обрадовался. Чат, кто-нибудь, пожалуйста, купите мне губозакаточную машинку. Подожди секунду. А, боже, я все-таки тупой. Ладно, чат, я признаю даже, ты знаешь. Но кто будет поддакивать, тому бан. Я ему сейчас продам, у него будут деньги, а потом я у него куплю. Это же очевидно. А, он не может. Нет, я все-таки дважды тупой. Ага. Ха! Мимо. Ха! Лев сосали! Уху! Ты посмотри на этих людей. Они неплохо делают. Я не хочу лимончика.
Просто дичь. Слышь, это прям жестко. Я бы даже ушел отсюда, если бы не мои принципы. Поэтому придется издалека по одному расстреливать и быстро перемещаться. Так, ну граната до меня не долетит, да? Долетит. И довольные-то какие. Воюйте-то, блин, вот эту срань возьмите и такие. Здрасте! Текстуру унесло нахуй. Ой, ну нахер. Блять, помощи от вас, как от тараканов на кухне, твою мать. А, вы наши? А, не наши. Не надо гостинчиков, мудила. Охереть. О, боже, я не хочу туда идти. Куда оно укатилось? Саня, держись, Саня! Эти гранаты, блин, у них разлет типа реалистичный, но все-таки непривычно, когда с 50 метров. Ого, как ты круто двигаешься в игре, очень круто, молодец. Вот это я понимаю. Это такое ощущение, что я попал в чат любого другого стримера. Туда стреляешь, тот сейв, да? Хорош! Блин, приятно, хоть, конечно, и обман, но все равно приятно. Так, а я забрал отсюда этот жесткий артефакт. Так, ладно. Отлично полетел, да? Туда пошел, классно! Веселее было бы, конечно. А я чеку-то вырвал? Любопытно получилось. Красиво было, согласись. Ей! Много боли! Ей! Слушай гранату! Вот тебе гранату! Хватит гранаты кидать! Я ж с забором! О, да, да, хорошо. То, что, блин, когда я гружусь, первое слово это типа получай гранату. Не очень приятно. О, догнала, догнала. Боже, тут слишком много окон, слишком много. Какой гостинчик? О, смотри, 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 хохма. Не так должно было быть. Этот, блин. Стрелок. Боже. Бей по стрелку. Ты, блядь, откуда взялся? Стрелок! Where is you? Бей из электромагнитного ружья по стрелку. Это ослабит его пси-защиту. Угу.
Так, начинается небольшое недопонимание. Что здесь происходит? Вот что я хочу понять. Магнитное ружье по стрелку ослабит его пси-защиту.